Когда приедет, не знаю. Приехал мой папа. Черт. Кто так разговаривает со слугами? Дай сюда. И учись. Эй, няня, скорее вези моего внука домой. Няня? Это тебе не внук твоего отца. Да-да, сейчас. И поживее. Вот как с ними надо. Папага! Что случилось? Приехал папа. Приехал папа? Но мы ждали его через 3 дня. Он требует ребенка. Нам придется найти его прямо сейчас. Где же его взять? Тамади. Зять мой. А кто она? Она же ваша дочь. Та, что рядом. Та. Хозяйка дома. Хозяйка дома. Это не твой дом? Нет, это мой. Мой дом. Какая же она хозяйка? Хозяйка своего дома. Домохозяйка. Какая женщина. Папа приехал, где он? Папа? Папа, папа, я люблю вас. С приездом. Живи долго. Зять мой, руку. Тамади. Это кто такой? Зять? Тамади. Он готовит еду в доме. Повар в таком дорогом костюме. Здесь все повара так одеваются. Английский кашевар. Кашевар. Тамади. Зять мой, почему он заикается? Заикаться должен ты. У хозяина заики и слуга заикается. Слуга? Он заикается из уважения ко мне. Но пока что ты заикнулся всего лишь раз. Эй! Что ты? Приготовил на обед. Халву. Будете есть? А вы будете? Нет. Нет. Ладно. А вот и малыш. Мой внук. Дай его мне. Няня, отдай мне внука. Что за няня? Няня, отдай ребенка. Давай же. Мой внучек. Черный? Как ты можешь так говорить? Прошли времена черных и белых. Я смуглокожая, и мама была такой же. Смуглая — это ладно, но не до такой же степени. Сделай что-нибудь, спаси мою семью. Зять мой. Да? Как это случилось? Моя бабушка была африканкой. Африканкой? Да. Ладно, как зовут ребенка? Рахул? Раджеш. Рохан. Радж. Ах ты мой Рахул Раджеш, Рохан Радж. И пусть ты темнокожий, мой малыш, но сердце золотое у тебя. Недолго вы будете забавляться с малышом. Идемте, я покажу вам вашу спальню. Идемте. Дайте мне малыша. Держите. Осторожно. Идемте, мой сладкий пончик.